Наша компания «Бабушкина Крынка» в очередной раз принимает участие на выставке «Белагро-2021». В этот раз мы привезли большое количество новинок нашей продукции. Это такие новинки, как йогурты в обновленном дизайне. На этот раз мы сделали акцент для наших маленьких потребителей и разработали дизайн со зверушками. Также представлена наша новинка – это кефирчик в детском дизайне в упаковке «Экалин». Наши традиционные кефиры – это биокефир с укропом и кефир, обогащенный бифидобактериями. Также хотим представить наш новый продукт. Это кефир с сыпучими наполнителями, который является отличным перекусом в летний жаркий день. Мы усовершенствовали наши йогурты в упаковке «Экалин», добавив к ним закрывающее устройство, что делает его более удобным для открытия и закрытия хранения в холодильнике. Этот год у нашей компании очень богат на новинки. В этот раз это йогурты двухслойные, три вида. Зеленое яблоко киви-лайм, малина-мята и черника-чиа. Это непосредственно сам йогурт и наполнитель. Надеюсь, каждый покупатель выберет свой йогурт по вкусу. Представляем наши мягкие сыры. Это моцарелла и буратта. Сыры сделаны по уникальной итальянской технологии. Я приглашаю на эту сцену компанию «Бабушкина Крынка». «Бабушкина Крынка» за что не берется, все получается. И мы хотели бы отметить «Бабушкину Крынку» специальным дипломом как компанию-лидер 2021 года за наибольшее количество побед в чемпионе вкуса, сразу 6. «Бабушкина Крынка». Время выбирать лучшее.